Всем привет, с меня Тимолек Бро, и это Г-модель вот такой вот моей самоделки. Видео про нее уже выходило на моем канале. Приступим к конструкции. Вот это детали мотоцикла, и понадобятся нам, ну, не прям все, но довольно большая часть из них. Поехали. Для начала мы берем, прицепляем сюда вот так вот деталь. Дальше вот так. Ну и в общем, все как показано на видео. Дальше. Прикрепляем снизу вот эту вот красную. Позже. Да, я лучше буду без слов просто говорить и показывать, да. Сюда вот это. Вот таким образом. Чтобы потом прикрепить вот такой вот руль. Эта деталь будет в качестве функции. Ну и сюда еще вот такую красную. Ну и прикрепляем вот такой наш руль. Осталось сзади добавить деталь. Ну, для этого понадобится хоть какая-нибудь. Я возьму вот эту. Все, вот такой вот мотоцикл получился у нас. Такой вот своеобразный. И у него есть функция. Если здесь сначала все нормально, можно зажать это и не будет крутиться. Это работает как тормоз для переднего колеса. Думаю, получилось классно.